Традиционно в конкурсе приняли участие авторы из Котласа. Одна из них – 16-летняя Самира Арефина. Она стала победителем в номинации «Парад Абаска». Ее коллекцию представляли девушки из школы модели «Подиум», где Самира занимается уже 4 года. Коллекция называется «Северные травы». Я сделала акцент на головные уборы, которые выполнены в технике вышивка лентами и бисером. Коллекция Самиры создана по мотивам природы русского севера. Каждой модели соответствует определенный образ растения. Особое внимание юный модельер уделяет деталям. Идейным вдохновителем для девушки является ее мама, которая тоже автор нескольких коллекций одежды, например, поморские козули. Поморские козули – это пряники. И эта идея пришла моей маме. После этого мы воплотили эти костюмы, и на конкурсах и концертах жюри давали только гран-при. И поэтому я вдохновилась. Любовь к искусству кройки и шитья у Ирины Арефиной проснулась внезапно. Все пришло, когда родилась дочь, и нужно было шить костюмы в садик на какие-то праздники. Например, завтра праздник, я сажусь вечером, и утром уже костюм готов. Когда Самира стала ходить уже в школу модели 4 года, предложила руководителю создать коллекцию по этим мотивам пряничков, и каждая девочка у нас была каким-то именно пряничком. Вот, коллекция стала нашей изюминкой. После выпуска первой коллекции Ирина Арефина стала помогать отшивать наряды для модели «Подиума», например, по мотивам дымковской игрушки. А уже в этом году руководитель школы Екатерина Касаткина решила внедрить в учебную программу курс дизайна, где девушки будут самостоятельно создавать свои коллекции. В процессе, да, у нас уже готовы эскизы, готовимся, есть задумки на коллекции. То есть уже 3 коллекции в голове уже есть на бумаге. Один номер будет более театрализованный. То есть он, хотим сделать его в стиле «Алиса в стране чудес». Другой для маленьких – это «Сладкое королевство». И третий уже будет такой из объемных кос, объемных деталей. Такая идея поможет девушкам открыть в себе новые грани, реализоваться в творчестве. Авторские наряды, в свою очередь, им пригодятся для выступлений на конкурсах разного уровня. Кстати, совсем недавно коллекция Самиры «Северные травы» помогла ей одержать победу на региональном конкурсе красоты и талантов «Little Miss Севера». А совсем скоро котлашанка отправится презентовать себя и свое творчество в Москву уже на конкурс всероссийского уровня.